Всем добрый вечер. Мы приехали за границу с Польши. Бросил на себе на страничку. Я хочу уже снять его. Приехали на гастроли, нас не пустили, вернули обратно. Стояли долго на границе, и вот привезли меня с температурой в Днепропетровск в инфекционное отделение. Там, где вот такой вот унитаз. Еще пустой, слава Богу. А вот второй унитаз. Так, вот такие краны у нас тут. Воду пока не буду включать, потому что там мне кипятят водичку, чтобы принести попить, потому что воды у меня нет. Да, сказал, воды нет. Сказали, принесут, но не принесли, а девочки мои передали мне 0,5 водички. Лампа не работает, это тоже не работает. Вот матрасы, одеялка. Вот такие матрасы. Не хочу даже прикасаться к этому всему. Вот мне выдали пододеяльничек за таким пятном. Где-то тут вот еще вот пододеяльничек. Вон волосы. Вот волосы. В общем, полный люкс. Люкс номера. Вот оно, все, вот оно. В инфекционное отделение это меня поселили, да. Чтобы я еще какую-то инфекцию подцепил.